Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Айсылу Сайфуллина. Спонсор выпуска – салон ДМ, фабрика штор. Хотите преобразить ваш дом? Начните с оформления окон. ДМ, фабрика штор, сделает ваш дом ярче и уютнее. Во вторник, 28 мая, в набережных Челнах ясно. Столбик термометра покажет 23 градуса тепла. Ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 8 метров в секунду. Хорошего настроения. Прогноз погоды смотрите на нашем телеканале.